Современные и отвечающие всем требованиям. Сразу два крупных объекта будут открыты в Тереньгульском районе в этом году. В завершающую стадию строительства входит новый спортивный комплекс в районном центре. ФОК станет региональным центром тяжелой атлетики и будет носить имя основателя школы тяжелой атлетики в Солдатской Ташле Виктора Сорокина. Строительство завершено на 75%. Сдача объекта запланирована на конец июля 2020 года. Когда они выйдут на работу? 1 августа. 1 августа, да. Вот мы в июле будем устраивать руководство, чтобы здесь вот всех местных набирали на работу. Мы уже включались. 1 августа. И вот тут сейчас разговаривают, что у них традиционно в декабре турнир памяти Петра Ивановича, то вот красный турнир здесь вообще все было в идеальном состоянии. В центре оборудуют просторный зал для тяжелой атлетики, медицинский кабинет, раздевалки, тренажерный зал. Спортивное оборудование уже закуплено. На территории перед ФОКом установят площадку для сдачи норм ГТО, пешеходной дорожки и парковку. Строительство ведется в рамках проекта «Спорт. Норма жизни». К зиме будет построен новый корпус начального блока Тереньгульского лицея при УлГТУ на 300 мест. Для создания системы непрерывного образования начальную школу строят рядом с основным корпусом. Строящийся объект трехэтажный. В нем будут отдельные кабинеты для групп продленного дня, детское кафе, библиотека, современный спортзал. Двери для учеников школа откроет уже в следующем году. Строительство ведется в рамках национального проекта «Образование». Анна Тищенко, Юрий Конихин, новости Улправда ТВ.